Привет, еще раз. Вот новая какая-то система монтажа инсталляции. Вот такая вот приблуда, которая... Я уже подобный унитаз устанавливал, как бы, но вот это вот сама, вот этот сам кронштейн, он был немножко другой. Я вот чуть-чуть голову поломал, как вообще он должен ставиться. Здесь все закрыто, и вот одно отверстие, а вот второе отверстие, куда вставляется шпилька. Но вместо шпильки вот такая вот штучка. Ну, я, как говорил, уже ставил уже такой унитаз. Но вот эта штучка будет крепиться на шпильку. И заходить будет вот так вот она. Хоба! И потом вот этот шестигранник будет затягивать. Вот там вот болтик есть. Вон там он внутри, вон его видно чуть-чуть. И вот он, короче, будет зажимать. Будет вставляться вот в этот конус. И будет подтягивать унитаз. Короче, фигня полная. Мне он не понравился, когда я его первый, ну, монтировал. Так, а вот сейчас, в общем, такой же опять монтаж. Лучше убрать на болтах. То есть с гайками. Я уже с заказчиком говорил, но они почему-то взяли вот этот скрытый монтаж. Будем сейчас его ставить. Возни, короче, больше, чем с обычным унитазом. Вон туда надо будет ставить. Ну что, ребята, держим за папу кулачки, монтирую унитаз на стенку, посмотрим, как это получится. Все по инструкции установил, вот инструкция была на пакете, как монтируют вот эти вот штырики. Все по сантиметру, по миллиметру, все как положено, все как на рисунке. И теперь будем втыкать горшок на место. Ладно, позже покажу, что получилось. Вот такой вот у нас здесь горшок, который висит на стеле, на стене. Фирма Ideal Standard. Крепление у нее скрытое. Очень скрытое, даже очень неудобное. Вот здесь вот у него две шпильки, за которые нужно крутить, чтобы зажать, прижать к стене унитаз. Так, ладно, унитаз я установил, теперь нужно запустить в него воду. Это мы сделаем через вот эту кнопочку. Инсталляция фирмы Ideal Standard. Как видим, Ideal Standard, он, ну, выполнен вот такой вот в виде, как сказать, чаши, и нет у них наружных креплений. Крепление у него скрытое, монтаж скрытый, поэтому все, что должно быть видно у обычных унитазов, здесь его нет. Все находится снизу. Ну и вот такая вот крышечка. Таким вот аккуратным плавным спуском. Закрывается тихо, медленно. Нету удара об ободок унитаза. Так, инсталляция фирмы Гибрид. Вот здесь вот у нас находится надпись, которая говорит о том, что здесь за стеночкой инсталляция фирмы Гибрид. Кнопочка вот такая вот. Два круга. Ну, почему круга, я не знаю, конечно. Потому что у нас все здесь выполнено в квадратном стиле. Ну, хотя вот эти круги как раз... сочетается с этой стиральной машиной. Здесь кругло и здесь кругло.
гигиенический душ находится аккуратно рядом, прямо с инсталляцией. Он такой маленький, компактный. Уже не первый раз я устанавливаю данный гигиенический душ. Как вы помните, ну, то есть зрители моего канала, которые помнят, что я уже не первое видео показываю такой вот монтаж, такой гигиенический душ, который находится маленький, скромненький, в углу. То есть, а сам смеситель, который регулирует воду, он находится у нас здесь в шахте. Я вам позже его покажу, потому что это еще отдельная история. Находится здесь в шахте, там находится термостат. И вот здесь вот сам смеситель, который, в общем, открывает и закрывает воду. Принцип работы, я думаю, всем понятен. Я уже показывал, как это происходит, так что, ну, может, покажу.